Всем привет! Если вы столкнулись с проблемой отсутствия Google Ассистента на ваших часах, то этот ролик для вас. Купили вы, значит, Samsung, открываете список приложений, а Google Ассистента-то и нету. Что делать? Открываем Google Play, пытаемся его установить. Ассистент! А тут его тоже нет. Но не расстраивайтесь. Есть выход. Листаете в самый низ. Заходите в управление приложениями. И тут вам предлагается какую-то часть приложений обновить. Вот среди них ищете ассистента. И вот находите. Нажимаете обновить. Что дальше? Дальше нужно ассистент настроить. Продолжаем на телефоне. И тут нас поджидает очень неприятная вещь. Мы как бы хотим продолжить на телефоне. Но там телефон подключается, а потом пишет вот такую чепуху. Язык вашего региона пока не поддерживается. То есть я на телефоне пользуюсь русским языком Google Ассистентом, но почему-то на часах оно не хочет работать. Решение есть. Открыть настройки Google Ассистента. Хорошо, нажимаю настройки ниже, дальше здесь выбираем языки, и у нас здесь русский. Нужно сделать так, чтобы первым был языком английский, поэтому пролистываем, выбираем английский Канада, дальше в добавить язык, опять же добавляем русский, то есть у вас получится вот так. Если у вас будут языки ассистента вот так выставлены в телефоне, то все заработает. Обратно. Возвращаемся к нашему ассистенту, пытаемся его запустить. Нажимаем начать. Продолжаем на телефоне. А на телефоне уже идет настройка Google Ассистента. Выбираем настроить. Я окей, Google пропускаю. Не нравится мне, чтобы меня все время слушали. Дальше нажимаю далее. И собственно все. Окей. Google Ассистент на часах готов к работе. Давайте его сразу настроим на циферблате, чтобы было удобнее вызывать. Ассистент. Все, у нас теперь по нажатию на десяточку будет Google Ассистент. Расскажи шутку. Вот так. Всем спасибо!